Здравствуйте, друзья! Вы на канале Disgusting Man, да, Артавас Мурадян. Петр Сальников. Играем сегодня в Sekiro Shadows Twice. Не-не-не, ну у тебя же нет оружия. Что ты за человек такой? А? У тебя нет ни оружия, ни хрена. Ты ну, знаешь, что поделать? Дошел ли я до босса змеи? Да, я дошел до босса змеи, это не босс. А, даже мне дадут с ним подраться? Блокируем. Атака! Сюда, ты нас затрапил. Ой. Какой же он душный. Ну да. Не, я тебе говорю. На эту тему. Ой-ой-ой, что это за говно было? Сука. Вот беги туда. Нет, сейчас ты просто вот в пропасть все-таки можно упасть, Арик. Соответственно, ты допрыгиваешь, запрыгиваешь на деревцо. Ну ладно, ну я понял. Не допрыгнул. Правда? Я понял. Все, короче. На! Ну это все. Я же отпрыгнул, ну! Тварина! Тварина! Все! Давай его! Сукин ты! Он всю писечку. Осталась писечка, тебя уподлечись. Давай, 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 давай! Да я же, ну я же... У тебя не один босс этот, у тебя будет еще один. Но они не друг за другом, а параллельно существуют. Хороший. Ну, короче, увы. Дрожи, Е? Нет. Ну, короче, на нет и сюда нет. На. Все! Не смогла! Тебе надо на Авито услуги продавать. Прохожу боссов, типа. А, нет, не надо. Все, готов. Готов! И первый босс, друзья! Артавас Мурадян против великана в колодках! Все. Не, еще у тебя есть... Вот так вот!